Сотрудники полиции в Пермском крае задержали мужчину, который размахивал огромным ножом, похожим на мачете, в магазине «Пятерочка». Личность злоумышленника была установлена. Им оказался местный житель 1989 года рождения. Сейчас полиция проводит проверку. Правоохранители уточнили, что к ним обратился представитель сети супермаркетов. По его словам, инцидент произошел 23 августа. Мужчина агрессивно размахивал ножом и повредил кассовый аппарат. Это же видно на кадрах с камер видеонаблюдения магазина, попавших в сеть. Как сообщает агентство со ссылкой на очевидцев события, так сильно мужчину разозлила просьба кассира надеть защитную маску. Подписывайтесь на PT News, чтобы ничего не упустить.